Рок-н-радио. С доктором Комаровским. 15 кабель. В студии Алена Бородина, наш любимый детский врач Евгений Олегович Комаровский. Здравствуйте, доктор. Всем привет, будьте здоровы вместе с нами весь этот Новый год. Да-да, наступил Новый год, и хочется мне пожелать всем, кто отмечает эти праздники, выходить. Знаете, это когда, Евгений Олегович, 2 января начинает хотеться овсяной кашки, потому что уже нет больше сил отползать от холодильника. Ну да, потому что вы знаете, что есть два правила новогоднего или два девиза у новогоднего холодильника. Первая жизнь новогоднего холодильника начинается где-то с 20 числа декабря. Девиз звучит так: отойти от холодильника, это Новый год. Да, да, да. Вторая жизнь холодильника начинается примерно с вечера 1 января. И вот, наверное, еще 6 это звучит, кто все это будет доедать. Да, 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 да. Вот, давай. И вот это, кстати, сейчас я, это даже отдельное дело, я хочу обратить внимание всех, кто слушает это. Может быть, даже я говорю, не дожидаясь ваших вопросов, потому что это чуть ли не самая актуальная тема. Чуть ли не самая опасная, с чем сталкиваются врачи. Давайте это обсудим, да, хорошая тема. На самом деле, я хочу, чтобы вы четко понимали, что чуть ли не самое опасное в первые дни после Нового года – это доедание продуктов. Ну, это же так скоро. Это просто катастрофа. Я вспоминаю, все-таки, знаете, 20 лет жизни я провел в инфекционной больнице. Я вам скажу сразу, что страшнее 3 января есть только 3 мая. Ну, то есть, чтобы вы понимали, ну, просто 3 мая, когда в мае остаются после майских выходных, там еще жара, поэтому тухо. Но все равно возникает проблема. Почему? Она связана, например, с тем, что блюда, ведь на новогодний стол, они доставляются там часов в 8 вечера, а убираются у него, если повезет, то в 6 утра. И огромное количество блюд с майонезом и так далее, в течение примерно 8-12 часов находятся на столе при комнатной температуре, которая, как правило, у нас не 20 градусов, а 25-26. Да. Ну, то, что еще и мерзнуть по Комаровскому на Новый год, это вообще катастрофа. Поэтому это огромная проблема. Поэтому я хотел бы просто, вы понимаете, уже поздно обращаться с призывом убрать все с новогоднего стола, потому что это надо было делать 6 дней назад. Но я, ребята, действительно прошу вас. Знаете, первое, вы должны знать, что у человека есть определенный инстинкт. Это, кстати, очень важно. И эти инстинкты ему подсказывают, что продукт есть нельзя. Вот вы взяли кусочек еды, и вам что-то не нравится. Вот, ребята, перестаньте это анализировать, что вам не нравится, что не так. Вот если вы чувствуете, что вкус продукта какой-то не такой, ребята, пожалуйста, не ешьте. А у нас, знаете, у нас такое часто возникает, когда женщина пробует и говорит: нет, я Машеньке это не дам, пусть папа ест. Тут папа, я попрошу. Нет, у меня такого не было, что ты от меня смотришь? Ну, я не на тебя смотрю, я в принципе говорю, просто слово Машенька на тебя очень сильно действует. Машенька — это условный образ. Так, конечно, это те ощущения, которые вы пронесете через всю жизнь, я это понимаю. То есть такой опыт, он не забываем, я вам его не советую. Поэтому, друзья мои, не хочется — не надо, пожалуйста. Вот вообще, хватит жрать, друзья мои. 6 января — это повод реально оторвать попу от дивана и пойти таки подышать свежим воздухом. Поэтому, ребята, предлагаю сегодня объявить официально мораторий.